Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Резкие слова Павла в адрес Петра не стали поводом для их взаимной ненависти. Наоборот, Петр называет Павла своим возлюбленным братом. Но далее в своем послании он говорит, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное. Если мы говорим о трудных текстах апостола Павла, то это, конечно же, послание к Галатам, написанное в полемическом стиле. Чего только стоят слова – «Законом я умер для закона», которые многие используют для того, чтобы обвинить Павла в том, что он отвергает Тору. Главной сложностью в понимании послания к Галатам является то, что в отличие от других посланий Павла, книга «Деяния апостолов» ничего нам не пишет об организации церквей в Галатии. Мы не знаем, кто такие галаты. Единственное, что мы знаем, это то, что Галатия занимала внутреннюю часть полуострова Малой Азии и могла включать в себя территории Дербии, Листры и даже Каппадокии. Второй сложностью является употребление Павлом раввинистической терминологии. Например, термин «дела закона» встречается только у Павла и только в посланиях Галатам и Римлянам. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Рассмотрим же контекст второй главы послания к Галатам. Павел после критических замечаний в адрес Петра высказывает посыл: «Мы же иудеи, а не из язычников грешники». Этими ироническими словами Павел формулирует основной принцип раввинистической теологии, согласно которому, если человек родился в еврейской семье, то он автоматически праведник. А если язычник, то он автоматически грешник и нуждается в обращении. Обращаясь к евреям, принявшим Христа, Павел говорит им: «Если вы продолжаете считать себя праведными, то зачем вам Иисус?» Что же касается греческого словосочетания «ergo nomo», переводимого как «дела закона», то это не следует понимать, что Павел имеет в виду соблюдение заповедей Торы. Греческое существительное «эргос» в данном случае переводит еврейский термин «зхут» – «заслуги». Речь идет о том, что согласно раввинистической теологии, израильский народ заслужил право на получение Торы, тогда как 70 остальных народов этого права не заслужили. Поэтому, согласно раввинистическому учению, всякий еврей спасается заслугами своих отцов, которые стояли под горой Синай и получали Тору. Вот это что такое означает праведность от закона. Язычник же, не имеющий предков, которые были под горой Синай, может спастись только через заслуги Христа. Что Павел говорит в послании Галатам 2 главы, это то, что всякий человек, еврей или язычник, спасается не через заслуги предков, а только через заслуги и праведность Христову. Это и есть оправдание по вере. Согласно древней иудейской традиции, после того, как Авраам должен был заколоть Исаака в жертву, и Бог повелел ему этого не делать, Авраам попросил Бога засчитать его поступок в праведность всем его потомкам. Еврейское сказание повествует о том, что Бог тогда повелел Аврааму заколоть овна в жертву и сделать из его рога шофар.
Далее Бог сказал Аврааму, что когда во время праздника Рош-Хашана потомки Авраама будут трубить в шофар, Бог, услышав это, изгладит все их беззакония. Именно на основании этого древнего иудейского сказания фарисеи в первом веке учили, что потомкам Авраама гарантировано их спасение через заслуги их праотца. Евангелие категорически противостоит этой концепции. Когда Иоанн Креститель совершает крещение на Иордане, он, увидев фарисеев, говорит им прямо: «Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам». О том, что Павел не стремится склонить галатов к нарушению заповедей Торы, мы видим из 3 главы, где он приводит им пример первого праведника по вере – Авраама, который не имел никаких предков, но заслужил свою праведность благодаря отношениям с Богом. Уж кто-кто, но Авраам соблюдал все Божьи заповеди, постановления и уставы, как об этом пишет нам книга «Бытие». В конце 3 главы послания к Галатам Павел заверяет галатов в том, что во Христе они тоже являются потомками Авраама и наследниками тех же обетований, что и рожденные евреи. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Согласно раввинистической традиции, Тора содержит 613 заповедей. Однако исполнение всех этих заповедей касалось исключительно мужчин-евреев, пребывающих в завете с Богом через обрезание. Для женщины-еврейки традиция устанавливала меньшее количество заповедей, которые, к тому же, отличались от предназначенных мужчинам. Язычник же был обязан исполнять лишь так называемые «семь заповедей Ноя». Храмовые ритуалы были обязательными для мужчин-евреев. Женщины по причине деторождения и язычники, как несостоящие в завете, освобождались от их исполнения. В ответ на эти установления Павел показывает, что своей жертвой Христос исполнил храмовый ритуал. Это означает, что законы о жертвоприношениях и ритуальной нечистоте, связанные с храмовым служением, исполнили свое предназначение. А потому во Христе, который стал окончательной жертвой, все становятся сыновьями Авраама, то есть наследниками спасения, и являются равными перед Божьим законом, исполнение которого есть выражение веры и любви, независимо от национальности и пола. Впервые в Рим Павел прибывает, будучи уже в узах. Но здесь его встречают верующие, которые знакомы с ним заочно. Когда мы читаем 15 главу послания к римлянам, мы можем сделать вывод, что это послание Павел писал еще будучи в Коринфе перед своим отбытием в Иерусалим под влиянием общения с Акилой и Прескилой. Существует история о том, что слова Павла «праведный верою жив будет», записанные в 1 главе послания к римлянам, вдохновили Лютера к началу реформации. Как Лютер, так и другие реформаторы считали, что послание Павла говорит о том, что человек спасается не соблюдением заповедей закона, а только по вере и только по благодати. Но подразумевал ли это Павел в своем послании к римлянам? В отличие от Коринфа, Ефеса, Фессалоник или Филипп, мы не знаем, кто был основателем церкви в Риме и кем были первые верующие. Но анализируя литературный стиль послания, записанный в манере галахической дискуссии, присущей раввинистической литературе, мы можем сделать вывод, что послание явно поднимает еврейские темы. К тому же, в Риме в то время было много синагог, а значит, была и многочисленная еврейская диаспора.
Вот почему Павел начинает послание словами «Благовествование Христова вначале иудею, потом еллину». Далее он говорит «Не всякий иудей, который внешне таков», а завершает послание словами «Желание сердца моего об Израиле». Интересно, что именно в послании к римлянам Павел касается еще одной грани учения об обрезании. Он пишет: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Очевидно, что речь идет не об обрезании язычников по обряду Моисея, а об обрезании потомков Авраама при рождении. Кажется, что Павел придает ему духовный смысл, чтобы обосновать необязательность обрезания для евреев, как и для язычников. Однако в действительности Павел выражает учение Торы, которое, призывая новое поколение Израиля, обрезанное с рождения, обратиться к Господу, ходить Его путями, служить Ему, любить Его и исполнять Его заповеди, подытоживает это во Второзаконии так. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». То есть, каждый еврей, обрезанный с рождения в знак завета, должен был прийти к осознанию смысла завета, обратиться к Господу и посвятить себя Ему на служение, что передается метафорой обрезания сердца. Только так, как показывает Павел дальше, еврей идет следами Авраама, который получил обрезание как печать или знак праведности через веру. И этой верой, говорит Павел, является вера в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа для оправдания нашего. Кроме этого, именно в послании к римлянам апостол Павел снова, как и в послании к галатам, использует словосочетание «дела закона». Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Свое послание Павел начинает с обсуждения проблемы о роли иудея в контексте Нового Завета. С одной стороны, иудеям дано Слово Божье. С другой стороны, спасение не дается на основании того, что человек родился в иудейской семье и получил в младенчестве обрезание. Говоря о делах закона, Павел подходит к этому вопросу в контексте раввинистической теологии, согласно которой всякий израильтянин, иудей, обретает спасение благодаря заслугам своих праотцов, которые получили закон, Тору, на Синае, а потому иудею не нужно ни покаяние, ни обращение. Павел же говорит о том, что патриархи, в частности Авраам, до того, как праотцы израильского народа получили закон на Синае, спасались всегда через веру. Павел завершает послание к римлянам словами «Весь Израиль спасется», которые следует понимать в контексте последующей цитаты из книги пророка Исаии, где говорится: «И придет Искупитель из Сиона к обратившимся сынам Иакова». Из 18 главы Деяний апостолов мы узнаем, что апостол Павел прибыл в Коринф во время своего второго миссионерского путешествия, то есть после решения Иерусалимского собора. Коринф того времени был уникальным портовым городом. Хотя ему не исполнилось и 100 лет, но он уже был не меньше Афин и стал столицей римской провинции Ахаи, которая включала большую часть Греции южнее Македонии. Город был пронизан духом торговли, распутства и язычества всех мастей. Римляне, греки, евреи, сирийцы и египтяне – все ехали сюда зарабатывать деньги, что делало его одним из самых многонациональных городов империи. О соблазнах Коринфа слух шел по всему античному миру.
Говорят, что было даже специальное слово «коринствовать», что значило «вести порочную жизнь». Все это совмещалось с существованием разных философских школ и демонстративной религиозностью. По всему городу было построено множество храмов и святилищ, которые также не отставали в стремлении к наживе. На вершине городской горы Акрокоринф стоял храм Афродиты, покровительницы города, в котором служило 1000 жриц. Этот храм был Коринфом в миниатюре – место идолопоклонства, торговли и ритуальной проституции. Однако в таком городе, очевидно из-за торговли, была довольно большая диаспора евреев, так сказать, с активной религиозной позицией, которая и помогла, и помешала Павлу. Храм являлся важнейшей составляющей теологии апостола Павла, которую он начинает раскрывать в первом послании к Коринфянам. В 3 главе 21 стихе Павел говорит о верующих: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Для коринфян это имело особое значение. Коринф славился своим распутством и проституцией, потому что для еленов тело было чем-то тленным, не имеющим значения, тогда как Дух был вечный и чистый. Павел же в 6 главе послания к Коринфянам говорит по этому поводу: «Ваши тела является храмом Святого Духа, и вы несете ответственность за них». Возможно, предвидя начало противостояния, апостол Павел думал уйти из Коринфа так же, как он ушел из Салоник, Филипп и Верии. Однако он остался здесь на 1.5 года, что было самым длительным сроком его пребывания в любом городе со дня начала его миссионерских путешествий. Проповедь Павла имела большой успех как среди евреев, так и среди язычников. Образовалась большая и сильная христианская церковь. Но после ухода Павла она оказалась под сильным давлением окружающей среды, что вызвало целый букет теологических, моральных и организационных проблем. Именно церкви Коринфа Павел пишет 2 послания, темы которых являются остро актуальными и для современных христиан, которые живут в своих Коринфах. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Многие апологеты иудаизма и сегодня утверждают о том, что Павел, обратившись в христианство, фактически попрал законы Торы. Подтверждение этим словам можно найти в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 25 стих, где говорится: «Все, что продается на торгу, ешьте без исследования». Многие христиане, основываясь на этих словах, утверждают, что Павел тем самым отменил законы Торы о чистой и нечистой пище, записанные в книге Левит, 11 глава. Однако же следует заметить, что подобное утверждение основывается на словах, которые вырваны как из библейского, так и из историко-культурного контекста. Если мы говорим об историко-культурном контексте, то здесь следует обратить внимание на слово «исследование», которое употребляется в этом стихе. Когда мы говорим о различиях между мясом, говядиной, бараниной и свининой, на это ничего, никакого исследования, в общем-то, не нужно. Исследование – это раввинистический термин, который является частью очень изощренной и сложной системы диетарных законов, которая называется кашрут. Кашрут – это не только законы о чистом и нечистом мясе, записанные в книге Левит, 11 глава. В кашрут входят многие другие правила, в частности, исследование пищи на ее происхождение. Например, вино считается кошерным, если однозначно доказано, что его приготавливали только евреи. Ресторан считается кошерным, если раввин его сертифицировал. При этом
Раввин знает происхождение каждого продукта, который подается на стол. В этом случае в Коринфе ни один член христианской общины не смог бы пойти на обед к своему другу, соседу или приятелю. Павел не хотел, чтобы христиане Коринфа жили изолированной от общества группой. Точно так же, как в иудаизме, никакой иудей не сядет за один стол с человеком, который не является иудеем, просто потому что не доверяет, что он будет знать, откуда произошли продукты. Павел желал, чтобы члены его общины могли ходить и общаться со своими соседями, знакомыми и друзьями, проповедуя им истину о Христе. Совместный прием пищи в ближневосточной культуре имеет огромное значение. Еще со времен кочевого скотоводства гостеприимство было ключевым компонентом в межчеловеческих взаимоотношениях. Подобное выражение культуры находит свое отражение в Библии. Например, в книге Откровения, 3 главе 20 стихе, это выражено так. «Си стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Когда же мы говорим о библейском контексте, в котором находится 25 стих 10 главы, то здесь следует заметить, что проблематика, которую Павел поднимает в этой части послания, начинается с 8 главы. И здесь главным термином является идоложертвенное. Здесь мы находимся уже в контексте Коринфа, в котором было огромное количество всяких храмов. Поэтому практически каждая забиваемая туша посвящалась тому или иному божеству. И в этом случае перед Павлом стоит проблема. Полностью запретить своим последователям общаться с людьми за общим столом или же установить какие-то нормы этически применительно к данному месту. Павел предлагает два возможных варианта решения проблемы. Первый вариант. Когда человек знает, что то или иное мясо было посвящено тому или иному идолу. В этом случае Павел говорит, нельзя одновременно пить чашу Божью и чашу бесовскую. Что имеется здесь в виду? Имеется в виду то, что человек, христианин, который принимает участие в вечере Господней, не может ходить на пиршества, посвященные тому или иному языческому божеству. Однако же в другом случае Павел говорит, если человек не знает, посвящено это мясо идолу или не посвящено, то не стоит беспокоиться о его происхождении. Не стоит заниматься подозрительными изысканиями. Не стоит ограждать себя от людей. Ведь общение духовное развивается плодотворно только за общим столом. А Павел хочет, чтобы члены его общины, будь они из евреев, будь они из язычников, могли общаться с горожанами Коринфа для того, чтобы проповедовать им Евангелие Царстве. Темой послания к коринфянам является жизнь христиан в языческом обществе. Главной идеей Павла является равенство и единство, основанное на универсальности жертвы Иисуса Христа. Опираясь на великое поручение Христа проповедовать Евангелие всем народам, апостол Павел говорит об инкультурации. Он утверждает, что «для иудеев я был как иудей, для чуждых закона, как чуждый закона». Однако сразу добавляет «не будучи чужд закона перед Богом». И заканчивая мысль, он называет причину «для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его».
Павел устраняет все искусственные и человеческие преграды, чтобы через Евангелие сделать иудеев и эллинов едиными в спасении по благодати через веру и верность Божьим заповедям. И центральным выражением этого единства в церкви является принятие вечери Господней, описание которой завершает мысль Павла о принятии пищи. Впервые термин «вечеря Господня» появляется в первом послании Коринфянам в 11 главе, где Павел называет ее воспоминанием о смерти Господней. Фактически, Павел является учредителем этого христианского обряда, который, в свою очередь, является производной от пасхального седера, при этом не отменяя первого. Если пасхальный седер довольно долг и состоит из четырех частей и фокусируется на исходе из Египта и других символов Пасхи, то вечеря Господня довольно коротка, состоит исключительно из вкушения хлеба и вина и фокусируется на воспоминании о смерти Иисуса. Если пасхальный седер празднуется один раз в год, то вечеря Господня, согласно повелению Павла, празднуется всякий раз, когда христианин желает вспомнить смерть Иисуса. Историки говорят о том, что христиане II века собирались после каждого богослужения для того, чтобы, вкушая хлеб и вино, вспомнить о смерти и страданиях Господа Иисуса Христа. Вечерей Господней первые христиане оканчивали трапезу агапы или трапезу любви. Пророк Исаия призывает Божий народ называть субботу отрадой. Еврейское слово «анег», переводимое как «отрада», в иудейской культуре также стало названием вкусной субботней трапезы. Именно эта традиция преобразовалась у ранних иудеев-христиан в трапезу любви. Но в отличие от своих собратьев в синагоге, ограниченных традициями кашрута, в христианских общинах всех приглашали за один стол. Однако у коринфян возникла проблема. Между богатыми и бедными возникали конфликты за более достойное место за столом. Это привело к моральному отступлению и демонстрации превосходства. Павел строго отчитывает коринфян, говоря, что такое поведение полностью нивелирует социальный и духовный смысл вечери Господней, а именно единство и равенство, и призывает их восстановить единство, во-первых, с Христом, а во-вторых, друг с другом. Как показывает второе послание, эти предупреждения и призывы возымели действие, что привело к покаянию общины и ее духовному возрождению. Правильное понимание контекста и сути решения апостольского собора напрямую влияет на нашу интерпретацию апостольских посланий. В частности, одним из самых серьезных аргументов противников субботы в христианстве является их понимание текста Колоссянам 2:16, где сказано: «Да никто не осуждает вас за субботу, это есть тень будущего». Если мы поднимемся на несколько текстов выше, в стих 11, то мы увидим, что у Павла совершенно иной посыл. Он как раз идет в ногу с решением апостольского собора. Обращаясь к христианам из Колос, Иераполя и Лаодикии, большинство из которых были не евреями по происхождению, Павел вдохновляет их словами, что во Христе вы обрезаны обрезанием нерукотворным. Обращаясь к христианам, не родившимся в еврейских семьях, Павел говорит им, что они имеют равное положение с теми, кто вышел из еврейской семьи и принадлежал к иудаизму. Но это положение достигается не путем длительного процесса обращения, принятого в раввинистическом иудаизме, а через водное крещение, которая символизирует смерть и воскресение Иисуса. Оно является знамением Нового Завета и знаком принадлежности к народу Божьему.
нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресили верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Самым сложным для понимания в тексте послания к Колоссянам является греческая фраза «hierographon tou dogmasin», которая переводится в Синодальной Библии как «бывшее о нас рукописание» и очень часто интерпретируется как «Божий закон». Однако же у нас ни разу в Библии не встречается никакой связи между понятием «закон», «тора» или «номос» по-гречески, и понятием «hierographon». Дело в том, что это слово «hierographon» встречается в Библии всего один раз, и поэтому оно очень сложно для перевода. И в этом случае нам нужно обратиться к опыту древних переводчиков. В частности, во втором веке сирийские христиане переводили Новый Завет на язык Иисуса, арамейский. И там они перевели слова Павла «hierographon ton dogmasin» как «штар ховин» – «список наших долгов». Именно это пригвоздил Иисус ко кресту, а не Божий закон. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, питье, какой-то праздник, новомесячи или субботу. Правильно ли мы понимаем этот текст в негативном смысле? Осуждает за несоблюдение. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо спросить, а кто осуждает? В контексте послания к Колоссянам 2 главы осуждают иудеи. Они считают, что пришедшие из язычников христиане еще не обратились в иудаизм, а потому не имеют права соблюдать все 613 заповедей Торы, а должны жить исключительно по 7 заповедям для сынов Ноя. Даже сегодня ортодоксальные иудеи упрекают субботствующих христиан в этом, говоря, почему вы соблюдаете нашу субботу, не пройдя обращение в иудаизм. Павел же, обращаясь к Колоссянам, наоборот, говорит, что пришедшие из язычников в христианскую общину имеют равное положение с теми, кто пришел из иудаизма. Вот это разделение между иудеями, пришельцами, иноземцами, описанное в Торе, являлось тенью будущего. Христос умер на Голгофе, стал пасхальным агнцем. Теперь никому из неевреев не нужно идти в Иерусалим для того, чтобы принести пасхальную жертву. Тело во Христе. Один закон как для израильтянина, так и для пришельца. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов.
Интересно заметить, что слова пророка Исаии очень конкретно говорили о том, что Бог никогда не имел намерения дать свои заповеди исключительно какой-то этнической группе людей. В иудаизме первого века этот принцип применялся искаженно. Согласно еврейской традиции, Израиль был наделен особой привилегией. Еврейское сказание говорит, что Бог предлагал Тору всем народам мира, но приняли ее только израильтяне. Таким образом, заповеди Торы в иудаизме рассматриваются как почетное бремя, а потому никакой представитель других народов не смеет соблюдать заповеди Торы, пока он официально не заслужит права называться иудеем. Монополию на это право держали местные синагоги. Общины, организованные Павлом, признаны официально не были, но Павел и не пытался добиться такого признания. По иронии, в наше время в вопросах соблюдения заповедей Божьих традиционный иудаизм и традиционное христианство высказывает полное согласие, говоря о том, что заповеди Торы написаны исключительно для евреев. Однако с таким утверждением не согласны ни пророк Исаия, ни апостол Павел. Крупнейший город Малой Азии, Ефес, Павел прибыл лишь во время своего третьего миссионерского путешествия. На это были свои причины. Дело в том, что еврейская община Ефеса была весьма проблемной. Там были люди, которые занимались колдовством, и были мошенники, которые выдавали себя за сынов первосвященника. Это все было грубейшим нарушением принципов Торы. Но тем не менее, в Ефесе нашлись иудеи, которые поддержали Павла. Это было 12 человек, которые еще во времена Иоанна Крестителя совершили паломничество в Иерусалим и крестились от Иоанна в водах Иордана. В течение 3 месяцев Павел проповедовал об Иисусе в иудейской синагоге. Однако же натолкнулся на серьезное сопротивление. И поэтому они должны были сменить место проповеди и перешли в так называемое училище Тирана. Мы до конца не знаем, кто был такой тиран и что это было за училище. Это, возможно, могла быть греко-римская школа с библиотекой, подобной этой, а может быть, иудейская ешива. В любом случае, мы знаем, что это было провидение Божье, потому что образованные жители Ефеса узнали о Христе. 19 глава книги «Деяния апостолов» описывает, что Павел, как нигде в другом городе, проповедовал Христа в Ефесе, и эта проповедь сопровождалась великими чудесами Божьими, исцелениями и другими сверхъестественными явлениями. Это связано с тем, что именно в Ефесе еврейская община была поражена сатанинским духом и требовалась сила Духа Божия, чтобы парализовать силы сатаны. Но когда мошенники были разоблачены, после этого и иудеи, и еллины прославили Христа. Таким образом, образовывается самая сильная община в Малой Азии, которая становится базой для проповеди Евангелия по всей Восточной Римской империи. В своем послании к Ефесянам Павел пишет: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду». Книга «Деяния апостолов» дает нам много важных исторических деталей, связанных с созданием первых христианских общин, которые необходимо учитывать при исследовании апостольских посланий, направленных к этим общинам, для того, чтобы верно понять их текст. Так, например,
Послание Ефесянам, 2 глава, 16 текст, говорит: «упразднив закон заповедей учением». Из этого можно сделать вывод, что Павел считает, что Иисус своей кровью отменил закон Божий. Но предложение в 15 тексте не может начинаться со слов «упразднив». Мысль здесь начинается с 13 стиха, который говорит о том, что своей кровью Иисус примирил иудеев и язычников, сделав из двух одно и разрушил при этом стоящую между ними преграду. Какую преграду разрушил Иисус и какие заповеди при этом он упразднил? Речь идет о греческом слове «мезотойхон», которое переводится как «преграда» на русский язык и встречается в Библии всего один раз. Это слово переводит очень важный раввинистический термин «мехица», который встречается в Мишне неоднократно, особенно в ситуациях, когда евреи селятся в языческих городах, таких как Ефес. Далеко не всегда евреи могут поселиться отдельным изолированным кварталом. Очень часто соседи-язычники вклиниваются между еврейскими домами, и тогда приходится вычерчивать очень сложную геометрию для того, чтобы разделить субботнюю чистую территорию евреев от общей нечистой территории. Это делается из многих соображений, одно из которых – это приготовление пищи. В бедных кварталах пользовались очень часто общими печами и общими большими сосудами. И тогда становится понятно, что евреи хотят просто себя оградить, чтобы не кушать еду, приготовленную в печах, где язычники готовят свою еду. Однако же очень часто сосед-язычник начинал интересоваться Богом Авраама, Исаака и Якова, соблюдать его заповеди и даже принимать завет обрезания. Но при этом его все равно не допускали к общему столу, пока он не сходит в паломничество в Иерусалим, не вкусит там пасхального агнца и не станет полноправным израильтянином. Вот эту стену разделения своей кровью и разрушил Иисус. Здесь следует обратить внимание на то, что вторая глава послания к Колоссянам обращается прежде всего к язычникам, а не к евреям. Павел здесь не говорит евреям: для того, чтобы быть с язычниками единым целым, вы должны прекратить жить по заповедям Божьим. Павел говорит к язычникам, что вы теперь во Христе, благодаря Агнцу Божию, имеете доступ быть частью народа Завета. Вы равны. И поэтому как послание к Колоссянам, так и послание к Ефесянам говорит обращенным язычникам: не комплексуйте. Храм являлся неотъемлемой частью каждодневной жизни всякого язычника. В любом уважающем себя эллинистическом городе было по нескольку храмов, в которых совершались жертвоприношения и празднества. Но когда язычник желал стать частью народа Завета и обратиться к Богу, возникала проблема. Храм Богу Авраама, Исаака и Якова находился далеко за морем, и добраться туда было весьма трудно. Для язычника, желавшего стать прозелитом, необходимо было пройти полный курс обучения всем заповедям Торы и особенно заповедям, касающимся жертвоприношений, которые были записаны в книге Левит. Это необходимо было делать, не видя того, как эти жертвоприношения совершаются в Иерусалиме.
занимал этот процесс долгие 5 лет. Смерть Иисуса на Голгофе открыла новую веху в истории спасения. Иисус стал истинным Агнцем Божьим, и с Его смертью необходимость в жертвоприношениях отпала. Это дало уникальную возможность для язычников стать частью народа Божьего без того, чтобы приходить в какой-либо храм, совершая там какие-либо жертвоприношения.